Медицинские сестры – люди не только добрые, отзывчивые, профессиональные, но еще и талантливые. В координационно-методическом центре в пятницу состоялся фестиваль искусств, приуроченный к Всемирному дню медсестер. Виновницы торжества в этот день не только в зрительном зале принимают поздравления, но и на сцене блистают талантами. Больше 20 человек, участников. Вот, было заявок подано еще больше, но поскольку как бы, временной регламент он определен, вот, было более 40 участников. Люди, работа которых – помогать в самой сложной ситуации во время болезни, медсестры, акушерки, фельдшеры. За стенами больниц творческие и разносторонние люди. Поют, танцуют, читают стихи. Кроме того, в холле координационно-методического центра развернулась выставка работ умельцев в белых халатах. Старшая медсестра областного госпиталя ветеранов войн несколько лет назад сделала свою первую мягкую игрушку. С тех пор ни дня не проводит без любимого хобби. Сначала маленькие игрушечки, потом побольше. И я очень люблю эти игрушки шить и дарить. Для меня это очень большое удовольствие – дарить людям. Творчество для медицинских работников, как они сами признаются, не только приятное занятие в свободное время, но и лучшее средство от профессионального выгорания. После работы с больными, которым нужна помощь, просто необходима отдушина. Так талант и развивается. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.